Всем привет, я Мускатина Катя, это проект национальность.ру, и сегодня я познакомлю вас с кубачинцами, главными дагестанскими ювелирами. Мы узнали главную особенность кубачинцев. Кубачинец чаще всего спокойный человек, который имеет тонкую моторику рук. Поэтому даже на прогулке по селу Кубачи можно запросто встретить вот так сидящих местных мастериц. А еще мы увидели, что даже на одной улице раз, два, три, ювелирный магазин. В один из которых мы зашли и увидели изделия с кубачинским орнаментом. Безумно красиво. Изготовили украшения своими руками. Обалдеть. Которые оставили в ювелирной лавке. А еще по платку можно было узнать кубачинку, ведь только они расшивали каз золотой нитью. Поучаствовали в обряде сбора приданого невесты. Сколько это все весит? Это очень много весит. И выучили кубачинский язык. Кэ. Нет? Нет. Узнай больше про кубачинцев из большого выпуска проекта «Национальность.ру».